снова Зили. Направо. Червяный бросок. И гол. И гол. И забивает Гинцмея с пятака. С добивания. Всего лишь 20 секунд. Рижане тратят на это 5-3. Так, ну что. Напомним. 5-3 закончилось. 5-4 продолжается. Да. Рижанам еще так много не повезло, что у них Цибульскис как раз подрался и удалился. Это тот защитник, который у них в большинстве играет и забивает. 5 шайб в большинстве у Цибульскиса в этом сезоне. Но и без Цибульскиса мы видим здесь Мея с пятака на добивании переправляет шайбу ворота. 1-0. Бросок Червена изначально. Белялов отбивает, но уже с Меей он, естественно, сделать ничего не может. Динамовцы вышли вперед.